Здравствуйте, дорогие подписчики. Записываю данное видео, потому как долгое время вводил вас в заблуждение. Все это время я думал, что электронные сигареты были сделаны во благо. А я думал, что вейп помогает людям избавиться от курения. Как же я был неправ. Но буквально на днях доктор Малышева открыла мне глаза. А оказывается, в жидкостях для электронных сигарет содержится антифриз и большая-большая куча канцерогенов. Но теперь, когда компетентные люди во главе с доктором всея Руси обнародовали эти данные, я решил закрыть тему вейпинга на своем канале. Отныне впредь я буду снимать обзоры на шедевры современной живописи. Мужского нижнего белья. Я буду обозревать косметику. Я буду обозревать бороду. А конкретно ее влияние на организм человека. Так что простите и прощайте.